Театральная ностальгия. Башкирскому театру Стерлитамаки исполняется 25 лет. Встречая юбилей, коллектив театра вместе со зрителями решил вспомнить прошлые постановки. Артисты представили фрагменты спектаклей, некоторые из которых ровесники театра, а также отрывки из премьерных постановок. Туфана Минулина, «Четыре жениха Диляф Русь». Также вот один из первых, самых первых спектаклей – это спектакль по пьесе Флорида Булякова «Узурпатор любви». И новый спектакль «Озорная молодость» Еврагима Абдуллина. Стерлитамакский башкирский театр с аншлагом выступает на гастролях в регионах России и является лауреатом республиканских и международных театральных фестивалей. В юбилейном сезоне зрители увидят две премьеры – в декабре и феврале.